Значит, ну, с двух выездных игр мы привозим 4 очка. Хотели, конечно, больше, но это футбол. Ждем, не дождемся, когда выйдем на землю, и я надеюсь, что этой игрой завершится синтетический футбол, который, собственно, и не совсем футбол. Сейчас команды выйдут на траву, на землю, и, по сути, чемпионат начнется с самого начала. Поэтому я желаю успехов одному из своих учителей Владимиру Борисовичу. И, как говорится, будем работать дальше. Спасибо. Владимир Борисович, вам слово. Хочу поблагодарить Алексея за теплые слова в мой адрес. Очень приятно. Ну, что по игре можно сказать, что забили первый гол, взяли первое очко. Уже есть какое-то поступательное движение вперед. Первый тайм был не совсем зрелищный, но не удался, можно сказать. Во втором тайме перестроились, выпустили второго нападающего, выпустили еще игрока в середину поля, ну и пошел совсем другой футбол. Я думаю, второй тайм был с обеих сторон, из Гомеля, из нашей, я думаю, что был хороший, добротный футбол. Спасибо. Господа журналисты, прошу вас. Владимир Борисович, в втором тайме была команда не узнать. Какие меры воздействия вы приняли? Палкой, битой. Ну как, какие меры? Да никакие меры. Просто поговорили, сказали, ну чего бояться, чего пугаться. Вышли играть дома, тем более играем при своих зрителях. Да, понятно, Гомель хорошая команда, квалифицированные футболисты. Ну, нужно было просто выходить играть. Но я и говорю, что немножко перестроились. Вот, может, это подействовало. Посмотрим игру, разберем, будем знать. Выхода Слява на замену, его сильно били. Слява у нас не играет. Вот если этого Кендыша на замену, его сильно били. Сильно били Кендыша. У него какие-то отношения с Гомелем? Не знаю, это надо у Кендыша спросить. Еще вопросы? Владимир Борисович, согласитесь, что сегодня, когда вышли два брестских парня местных, игра действительно стала интереснее? У вас все с уклоном. Да, мы патриоты, ничего не поделаем. Я тоже, в принципе, не против. Сегодня Коля Сергеевич очень здорово сыграл. Очень просто здорово. Зацепился за все мячи, вверху поборолся. Ну и Мальца там освежил чуть-чуть впереди. Чуть не убился. Правда. Чуть не убился в штангу. Ну, ничего, до свадьбы. Просто, ну как, я ж не против, пускай играет. Ну просто должен играть сильнейший. А вот сделали замены, ребята удачно вошли, попали в игру. Поэтому как бы им дали шанс, они им воспользовались. Поэтому будем и дальше давать эти шансы. Еще вопросы? Алексей Александрович, вам больше уточнения. Голевой пас на счету Комаровского, да? Нет, Владимир Борисович, один вопрос только. Скажите, пожалуйста, хотя не принято. Как стал Семенюк подавать угловые стандарты? Кто-кто? Семенюк, ага. Я имею в виду. Сразу обострилась игра. Вот вы не планируете именно его ставить на стандарты? Ну, мы наигрывали стандарты и на вчерашней предыговой разминке, и на предыдущей тренировке. Но мы больше там перепечка использовали. Но перепечка в первом тайме выпал как-то из игры. Его можно было даже, наверное, и в первом тайме заменить. Ну, чтобы так как бы не убивать человека, мы уже постарались до этого. Вот. Ну, Семенюк, в принципе, он в прошлом году пытался выполнять, ну, а так как перепечка ушел, ну, поэтому перешла эта, как бы, функция к Семенюку. Владимир Борисович, еще тогда вопрос. Йован Дамьянович нету в протоколе, что-то случилось? Йована ушиб, икроножные мышцы, в игре с Гомелем ему забили мышцу, и он работает по индивидуальной программе. С Неманом, да? Ой, с Неманом. Он с Димой Скорзуном работает в индивидуальной программе.